Здравствуйте! Сегодня мы обсудим маркетинг-план простыми словами. Компания платит нам за созданный товарооборот. Доход складывается из вознаграждения за свою работу и работу своей команды по маркетинг-плану. Еще это называется объемная скидка и бонусы. Вы создаете свою команду, с которой работаете как наставник. Вместе с командой вы привлекаете новых клиентов, консультантов, партнеров, тем самым создавая товарооборот своей структуры, вы получаете процент от покупок всей вашей структуры. Чем больше ваш товарооборот, тем больше процент выплат. Чем эффективнее работаете вы и ваша команда, тем быстрее растет ваш товарооборот и ваше вознаграждение. Для этого в вашей команде есть подробное бесплатное обучение и поддержка команды наставников. Используйте все возможности компании. Вы поднимаетесь вверх по ступеням лестницы успеха. Приобретаете новый опыт, развиваетесь как профессионал и увеличиваете свой доход. Итак, доход лидеров Оберлиг – это скидка 20% или 26% на личный заказ. Участие в VIP-программе, вознаграждение за товарооборот всей команды до 23%, директорские бонусы за работу ваших директоров, бонус «Быстрый старт» за достижение статуса «Директор» и выше за первые полгода работы. Квалификационные бонусы за достижение новых званий, бонус стабильности за стабильную работу в звании, бонус развития для лидеров в звании «Бриллиантовый директор» и выше, бонус материнства и усыновления. Все эти бонусы суммируются. Также можно работать со многими странами, регистрируя всех в одну команду или веточку. Команда не делится в зависимости от страны. Выплаты за международные заказы оплачиваются по итогам этого же каталога. При этом личный заказ увеличивать не требуется. Есть два варианта получения выплат. До заключения договора с компанией деньги зачисляются на ваш личный счет Faberlic для оплаты ваших заказов. Оплатить заказ этими деньгами можно 65% от стоимости вашего заказа. Заключить договор с компанией можно как самозанятый, только в России, или индивидуальный предприниматель. Самозанятые могут получать деньги на карту с уровня дохода в 200 рублей. И эти выплаты не влияют на получение других пособий от государства. Налог на самозанятых всего 6%. Второе, предприниматель уже имеет пенсионный стаж, получает выплаты на личный расчетный счет в банке, а на примере России ваш налог составляет также 6% от дохода. Так как каталог действует 2-3 недели, а значит и выплаты мы получаем 18 раз в год, а не 12. Компания избавляет нас от большинства задач, вопросов, связанных с логистикой, обеспечивает всю доставку, расчетов выплаты бонусов, разработкой акций для покупателей для развития бизнеса, а также очень подробной и удобной системой отчетов о работе всей структуры. А теперь познакомимся с тем, как начисляется доход и считаются выплаты. Первое, что нам надо понять, что товарооборот измеряется в баллах. Так как Faberlic сотрудничает со многими странами и в каждой стране своя валюта, для единой системы расчета вознаграждений введена балловая система стоимости продукции. Каждый продукт оценивается определенным количеством баллов, и независимо от того, в какой стране сделан заказ, одинаковые продукты будут иметь одинаковые баллы. Смотрите, к примеру, крем One Week Miracle оценивается в 12 баллов. В России это 900 рублей, в Казахстане это 6000 тенге, в Таджикистане 99 самани. А доход мы получаем в своей валюте. Стоимость балла на закупку основного ассортимента в России 1 балл равен 75 рублям. А на дополнительный ассортимент, например, аксессуары, действует промо-балл. 1 балл равен 150 рублям. В других странах можете посмотреть в таблице. Также очень важно, что баллы начисляются только за оплаченные заказы. Продукция выдается строго после оплаты. Нет никаких рисков. Если вашему консультанту пришел заказ и он его не оплатил, он просто через 10 дней вернется назад и, соответственно, не будет выдан. Поэтому нет минусов и штрафов. Очень удобно. Смотрите, в таблице также есть сумма минимального заказа.
по странам. С нее начинает применяться 20% скидка на личный заказ от цены каталога. Также, если личный заказ будет от 50 баллов суммарно за текущий каталог, то уже в следующем каталоге ваша скидка будет 26% на личные заказы. А еще, если сделать 100 баллов личного товарооборота, то вы получаете VIP-статус с еще большим количеством привилегий. Но об этом я вам расскажу позже. При расчете дохода от структуры, чтобы получить деньги в вашей валюте, идет обратный пересчет из баллов в деньги. При этом используется стоимость балла на выплату. В России балл на выплату 60 рублей, Казахстан 400 тенге, Беларусь 2 рубля, Кыргызстан 74 сом, Таджикистан 6,6 самани. Также мы сотрудничаем с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Мексикой, Монголией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном, где балл на выплату, например, в Таджикистане 8,25 самани. Например, в вашей команде есть люди из Таджикистана, из Казахстана, из России. И все их баллы за заказы суммируются и потом конвертируются в деньги той страны, в которой вы проживаете. Подробнее мы с вами рассмотрим далее. А теперь перейдем к главному, к маркетинг-плану компании. Это маркетинг-план до уровня директор. Согласно маркетингу, чтобы получать выплаты за созданный товарооборот, ваш личный заказ должен начинаться с 50 баллов. Директорский маркетинг-план включает в себя уровни, по которым выплачивается от 3 до 23% с товарооборота. От консультанта до кандидата в директора. Консультант 3%, объем личной группы 100 баллов и доход на 180 рублей. Это на примере России. Давайте поясню. Например, вы сделали 50 баллов, и в вашей команде еще сделали 50. Это 100 баллов. Вы консультант 3% и доход составляет 180 рублей. Или вы сделаете всего 10 баллов, а ваша команда сделала 40 и 50. Это тоже 100 баллов. В первом случае вы получаете свой доход, во втором случае нет, так как сами не сделали 50 баллов. Ну и третий пример. Вы сами сделали ЛО 100 баллов. Вы также стали консультантом 3% и получаете 180 рублей. Плюс стали VIP-консультантом, что дает дополнительные привилегии и скидки на продукцию. И это только самое-самое начало. Дальше больше. Вторая ступень по маркетинг-плану – это старший консультант – 6%. Объем личной группы – 200 баллов, доход на структуру – 720 рублей. Следующая ступень – лидер 9%. Объем личной группы – 600 баллов, доход на структуру – 3240. Четвертая ступень – старший лидер – 12%. Объем личной группы – 1000 баллов, доход на структуру – 7200 рублей. Пятая ступень – вице-директор, 15%, объем личной группы – 1500 баллов, доход на структуру – 13500 рублей. Шестая ступень – старший вице-директор, 19%, объем личной группы – 2000 баллов, доход на структуру – 22800 рублей. И последняя ступень до директорского маркетинг-плана – это кандидат в директора, объем личной группы – уже 3000 баллов, доход на структуру – 41400 рублей. И это только ежекаталожные выплаты. Еще в компании есть много бонусов и премий. Первый бонус – материнство и усыновление, который получают уже с уровня 15%. Он выплачивается ежекаталожно 18-19 раз в течение года и составит от 27500 рублей до 29000 рублей за первого ребенка и от 54000 до 57000 за второго ребенка. Данный бонус могут получать мамы. Но если оформлен папа, у него должен быть оформлен семейный контракт с женой за 8 каталогов до появления малыша. Данный бонус не отменяет выплаты декретных пособий от государства или работодателя. Представляете, какая у нас лояльная компания. Одна мамочка на проекте не знала об этом бонусе, но когда узнала и подала документы очень-очень поздно, компания ей все выплатила. Например, если вы вице-директор, ваши выплаты составляют 13500 рублей, то мы добавляем 3000 рублей, получаем 16500 в каталог, а это 18 раз в год, то есть 24750 рублей в месяц. А сейчас давайте рассмотрим, какие возможности вас ждут после открытия директорского статуса до уровня генерального партнера. Это уже более серьезный доход. В компании есть карьерная лестница, где на каждом уровне есть закрепленное звание, то есть статус. За подтверждение каждого звания статуса вы получаете единоразовую премию, которая называется квалификационный бонус. Чем выше звание,
тем больше бонус. Давайте знакомиться с гарантированными премиями. Расскажу вам про все ступени карьерной лестницы подробнее. Например, если мы сделали товарооборот 3000 баллов, то это открыт статус директора. А значит, мы становимся кандидатами на получение премии 55 тысяч рублей. Или, например, пересчет на другую страну 60 тысяч киргизских сом. Для подтверждения квалификации на звание директор вам необходимо после открытия в течение любых 8 периодов за год после открытия удерживать данный статус. Директор – это тот, у кого нет директоров. Но есть личный оборот и оборот команды. Старшим директором можно стать в двух случаях. Первый – это объем личной группы 5000 баллов. В этом случае директоров у вас нет. Второй вариант – это старший директор. Тот, у кого объем личной группы от 2000 баллов и один директор в команде от 3000 баллов. За подтверждение уровня старший директор вы получаете квалификационный бонус 27500 рублей. И на этом этапе старшего директора вы уже получаете пассивный доход 5% с товарооборота вашей директорской группы. Если под вами открыто уже две директорские группы в первой линии, то это статус серебряный директор с единовременным квалификационным бонусом 110 тысяч рублей. Когда будет три директорские группы в первой линии, это уже золотой директор с единовременным квалификационным бонусом 165 тысяч рублей. Рубиновый директор, четыре директорские группы в первой линии и единовременный квалификационный бонус 220 тысяч рублей. Бриллиантовый директор, 6 директорских групп в первой линии, единовременный квалификационный бонус 330 тысяч рублей. А элитный директор – это 9 директорских групп в первой линии. Единовременный квалификационный бонус 500 тысяч рублей. Это уже элита компании «Фаберлик». Национальный директор – 12 директорских групп в первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 1 000 000 рублей. Старший национальный директор – 15 директорских групп первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 1 250 000 рублей. Международный директор – 18 директорских групп в первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 1,5 миллиона рублей. Старший международный директор – 21 директорская группа в первой линии. Единовременный квалификационный бонус – 1 750 000 рублей. Партнер. 24 директорские группы в первой линии. Единовременный квалификационный бонус 5,5 миллионов рублей. Старший партнер 24 директорские группы в первой линии, но 6 из них бриллиантовые. Единовременный квалификационный бонус 8 миллионов рублей. Управляющий партнер 24 директорские группы в первой линии, 12 из которых бриллиантовые. Единовременный квалификационный бонус 14 миллионов рублей. Национальный партнер 24 директорские группы в первой линии, 18 из них бриллиантовые. Единовременный квалификационный бонус 21 миллион рублей. Международный партнер 24 бриллиантовые группы в первой линии. Единовременный квалификационный бонус 42 миллиона рублей. Генеральный партнер 30 бриллиантовых групп в первой линии. И единовременный квалификационный бонус составляет 55 миллионов рублей. Если вы открываете сразу несколько статусов, то квалификационные бонусы суммируются. А 50 баллов – это обязательное условие для начисления объемной скидки. А 100 баллов необходимо для получения бонуса стабильности, а также для участия в VIP-программе. В компании 18 каталогов и 18 раз в год нужно делать от 50 баллов. Хотите получить больше? Можно удвоить квалификационные бонусы, если вы выполняете квалификации в течение первого полугодия после регистрации. Это программа «Быстрый старт». Например, если вы за 4 месяца вышли на уровень серебряного директора, то получаете бонус директора 55 тысяч рублей, старшего директора 27 тысяч 500 рублей, серебряного директора 110 тысяч рублей, и вся сумма умножается на 2 – 395 тысяч рублей. Максимальный статус для получения быстрого старта – элитный директор. Мы рассказали про квалификационные бонусы. Теперь мы рассмотрим таблицу директорских бонусов, которые выплачиваются по результатам работы вашей структуры и вас лично. Каждый расчетный период. Чем больше у вас директоров в первой линии, тем больше выплат директорских статусов в ширину и в глубину. И тем самым меньший объем личной группы нужно выполнять.
Чтобы получать увеличенные бонусы с глубины, нужно, чтобы у вас было соблюдено правило 60%. На директоре я зарабатывала в каталог 31 тысячу. 500 рублей. В старшем директоре 56 тысяч рублей. На золотом 88 522 тысячи рублей. На рубиновом 109 592 рубля. Бриллиантовый 184 тысячи. Элитный 250 тысяч каталог. Национальный 270 тысяч. Старший национальный 408 тысяч. Международный 458 тысяч. А когда я была на статусе уже партнера, 1 миллион 800 тысяч рублей. Представьте, если вы рубиновый директор, то вы получаете за всех четверых директоров в первой линии и в глубину за 4 поколения директоров. Что такое правило 60%? Это недавно введенное улучшение по маркетинг-плану. Когда групповой оборот каждой из ваших директорских веточек первого уровня должен составлять не более 60% от всего вашего группового оборота. И не забываем про требуемый ОЛГ. Вы сможете сделать его сами или его может сделать ваша команда без директоров. На всех уровнях вознаграждение справедливое. А в некоторых компаниях все деньги сосредоточены сверху. То есть хорошо зарабатывают только топы. У нас это не так. Следующий бонус – это бонус стабильности. Сохраняйте ваше текущее звание не ниже закрепленного и личный объем не менее 100 баллов – это статус VIP. В течение 8 периодов подряд. Бонус стабильности начисляется 2 раза в год. При увеличении звания чаще, чем 2 раза в год, выполняется доплата до более высокого звания последующей квалификации. Сумма бонуса зависит от вашего статуса. Если вы директор, то за год 11 тысяч рублей. Старший директор – 16 500 рублей. Серебряный директор – 22 000 рублей. Золотой директор – 33 000 рублей. И от рубинового и выше – 44 000 в год. Представляете, как здорово! И еще один дополнительный бонус за достижение вашей команды. Это бонус развития. Ведь успех бизнеса зависит не только от ваших личных достижений, но и от того, насколько хорошо вы умеете быть наставником для своей команды. Добивайтесь статуса бриллиантового директора и выше. Помогайте вашим консультантам достигать новых званий и получайте бонус развития. Это вознаграждение в размере 30% от суммы всех квалификационных бонусов, которые были выплачены за год консультантам вашей структуры. До первого нижестоящего консультанта в звании бриллиантовый директор. До уровня рубин включительно. Бонус развития рассчитывается начиная с периода, в котором вам было присвоено звание. Бриллиантовый директор. То есть начислен квалификационный бонус. При расчете бонуса развития не учитываются выплату по бонусу «Быстрый старт» в структуре бриллиантового директора. Выплачивается раз в год одной суммой по итогам 13-го каталога. На этом мой подробный разбор маркетинг-плана компании Faberlic окончен. Мне кажется, ни в одной MLM-компании нет столько бонусов. Конечно, я знаю, что у вас много вопросов. Но расскажу секрет. В нашем бесплатном обучении мы еще не раз разберем маркетинг-план компании по крупицам. Когда вы начнете развивать свой бизнес в своем собственном опыте, поймете маркетинг на все 100%. Не ждите, когда придет время. Приходите к регистрации и начинайте зарабатывать с нами прямо сейчас. А ты с нами?